При Урале собирают рекордный урожай озимых в среднем по 23 центнера с гектара. Таких показателей местные землевладельцы добились впервые за 10 лет. Озимые в регионе засеяли на 73 тысячах гектаров. Уборка стартовала неделю назад, а на какие культуры сделали ставку аграрии региона, в материале Асель Русалиевой. На полях крестьянского хозяйства в самом разгаре уборка озимых. Позапрошлом году осень была засушлива, поэтому озимые не сеяли. Зато в этом году хорошая влагозарядка почвы позволила получить долгожданный урожай. Мы соблюдали всю агротехнику, содержали пары, сеяли, весной барановали, закрытие влаги делали, применяли жидкие азотные удобрения КАС, и результат 30 центнеров с гектара. Это каждый год не бывает. Регион относится к зоне рискового земледелия. Из-за неблагоприятных погодных условий земледельцы несколько лет оставались без урожая. Поэтому многие зерновые хозяйства занялись животноводством и стали сеять преимущественно кормовые травы. Сейчас они занимают 173 тысячи гектаров. В 2008 году, например, где-то у нас 50 хозяйств занимались растениеводством. В данное время у нас осталось всего 25 хозяйств. В этом году 56 миллионов наши хозяйства дали на субсидию по гектарно на кормовых. В последнее время все больше хозяйств отдают предпочтение масличным культурам. Под них выделили 64 тысячи гектаров. Субсидии за софлор в нынешнем году крестьяне будут получать не за засеянный гектар. За произведенную тонну аграриям доплатят от 6 до 10 тысяч тенге. Принимают софлор на заводе по выпуску растительного масла. У товаропроизводителей завод с урожаем 2016 года софлор принимал для экспорта, для дальнейшего экспорта. В этом году завод будет продолжать в этом направлении свою работу, также рассматривать вопросы для дальнейшей переработки. Впрочем, еще до начала уборки переработку софлора на заводе обещают наладить. Асель Русалиева, Булат Жарылгасов, Канат Махмутов. Итоги дня. Западно-Казахстанская область.